Есть, друзья, есть. Нифига себе удар. Не возьму я ее, скорее всего. Блин, в траву завела. Есть. Есть, друзья. Сидит. Траву пошла. Ну давай, на следующем забрось. Охренеть, что за жор, друзья. Чуть ли не за каждым забросе поклевка. Есть. Как и говорю, давай на следующем забросе. Очуметь. Есть, друзья. Есть рыба. Сидит, сидит, друзья. Не крупная. Блин, тут трава неудобно. Не возьму я ее, скорее всего. Блин, в траву завела. Обалдеть, пучок травы. Не возьму, что ли? Ну, не знаю. За леску. Ну, то есть за шнур. Ну, в принципе, неплохая. Грамм, наверное, под 900. Есть, блин, из травы выволок. А я подошел сюда, она тут ходит. И вот она, есть. Зубастая. Первая. Ну, да. Да нет, 900 нету. Скорее всего, грамм 800. Такую заберем, друзья. Ну, а дальше будет видно. Есть, начало положено. Первое. Я всегда рыбу вот так отдаляю, и кажется, что мелкая. Ну, а по факту, на самом деле, 800 есть по-любому. Ну, в общем, друзья, вот такая первая зубастая готова. Есть, начало положено. В общем, первое готово. Всем привет, друзья, кстати. Находимся на пруду. И сегодня будем охотиться со спиннингом вот за такими зубастыми. Ну, конечно, будем надеяться, что попадется крупнее и возьмем трофей. Будем рыбачить на пару приманок от минога. Начнем с ультры. Вот такой, на которую сейчас влетела щучка. Заехал по пути в магазин и купил прочные офсетники, друзья. Они мелкие. Ну, офсетники прочные, проволока толстая. Задолбался уже на последних рыбалках. Постоянно влетает щучка, даже по несколько штук, вот на такую окуневую приманку. То разогнет, то сойдет. И решил купить прочные маленькие офсетники. Ну, теперь уж если попадется, наверняка. Ладно, друзья. Первая у нас готова. Продолжаем рыбалку. Ну, а вторую приманку, щучью, покажу немного позже по ходу дела. Ну, друзья, начало положено, все отлично, погода отличная, настроение обалденное. Рыбачим дальше.
сидит. Сошла, друзья, сошла, блин. Обалдеть. Блин, как ты не засеклась. Прям возле берега хапанула. И не засеклась. Ладно. Есть, друзья, есть. Нифига себе удар. Но не крупная. Удар, конечно, сильный. Но щучка мелкая. Долбанул, будь здоров. Такая не крупная. Может, грамм 400. Давай, сразу поплывешь домой. Блин, приманка окуневая. Окунь нет, а щук фигалит, будь здоров. Не успели приехать и смотреть, уже третья. Ну, то есть одна сошла, блин, закровила, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй. По-моему, нифига она не выживет. О, кровь фигарит. Обалдеть. Ну, придется, наверное, забрать и сварить Джою. Я думаю, смысла нет ее выпускать. Ладно, заберем. Вон, кровь фигарит с нее. Обалдеть. Окуневый приманка, третий щук подряд. Я говорю, чуть ли не каждую рыбалку по несколько штук влетают. То разогнут крючки, то сходят, как и говорю. Ну, сейчас крючки прочные. И я думаю, сегодня щучку-то мы возьмем, будь здоров. Такая вот маленькая, друзья. И тут кровь фигарит. Он жабру вырвал. Смотрите, вот так торчит. Куда там ее отпускать? Ладно, заберем Джою. Есть, друзья, сидит. Сидит рыба. Что за рыба? Щучка не крупная. Ну, хотя... Блин, грамм 800-то есть. Такая не длинная, но широкая. Вернулся в отрог, друзья. И вот она. Очередная зубастая, где ловил утром. Прям конец отрога. Вот, смотрите. Вся щука шарится в отрогах, на мели, в траве. То есть на глубине вообще не берет. Вся где-то под берегом, в отрогах. Еще одна. Вот она соскочила. Ну да, грамм 800 есть. Заберем такую. Очередная зубастая. Готово. Есть.
Окунь, что ли, взял, друзья? По-моему, окунек. Ага, окунишка. Точно, полосатый. Сидит. Ну, неплохой, неплохой. Такой, ладошечный. Заберем, наверное. Съел всю приманку. Блин. Как щук так плохо засекается. Ну, а полосатый фигарит. Ой, здоров. Такой вот, ладошечный. Так и есть. Возьмем. Уже что-то поднадоел щука. Ну, а окунь пожарить не помешало бы. Опа-опа, содрал мне всю приманку. Ну вот, все путем. Че он там, под берегом, что ли, стоит? Может, там стоит? Будем его оттуда цедить. Трава, все в траве. Под берегом, друзья. Окунь похож. Та-ти-да-ти-да-там. Ай, вон тут, да? Опять хапанул окунь. Хапанул. А, может, и щучка он согнул. Скрутил поводок. Мелкая, скорее всего, хапанула, стоял. Сидит, сидит, друзья. Опять мелкая. Ну, блин, как мелкая. Опять грамм 800, наверное. Да, опять грамм 800. Блин, она вся стоит в отрогах. Ну да, длиннющая и худая. Что, возьмем еще одну? Наверное, возьмем. А я прям только в это место подошел, с того места ушел и на первом забросе, на, влетело. Есть, готово. Нормально. Блин, последние дни прям какой-то жор у щуки. Ну, это хорошо. Рыбалки все интереснее и интересней. Ладно, друзья, продолжаем рыбачить дальше.
Есть. Есть, друзья. Сидит. Трава пошла. Еще одна. Но это уже грамм под 900. Обалдеть, что за жур такой? Такая вот очередная зубастая. Вот это пошел жур, друзья. Вот это да. Нифига себе. Еще одна. Есть очередная. Блин. Поле убирают комбайны. Шум стоит. Будь здоров. Но все равно рыбка поклевывает. Ну давай, на следующем забрось. Охренеть, что за жор, друзья. Чуть ли не за каждым забросе поклевка. Есть. Как и говорю, давай на следующем забросе. Очуметь. Опять что ли не крупная? Опять не крупная. Ну, в принципе. Не, блин. Под килошечку, друзья. Это уже покрупней. Есть. Это уже такая широкая. Ну да, да не, грамм 900, наверное. Она короткая. Короткая, но широкая. Обалдеть. Смотрите, жор какой на каждом забросе. Охренеть. Есть очередная. Нифига себе. Вот так, блин, камера куда-то у меня смотрит. Не туда. Ну такая, грамм 900. Да, она короткая, но широкая. Говорю, давай на следующем забросе. И вот она. Обалдеть. Вот это жор. Вот это жор. Вот, друзья, называется попали на жор. И зубастая берет. Прям жадно кидается на приманку. Очередная. Решили, друзья, немножечко сделать перерыв и перекусить. Хоть и, конечно, попали на жор. Казалось бы, лови да лови, но самим-то подкрепиться тоже нужно. Сейчас немножечко перекусим и продолжим рыбалку. И, надеюсь, еще что-нибудь поймаем. Рыба клюет, будь здоров. Уже у нас неплохой улов. Обалденно, попали на жор. Да, кстати, друзья, как же я доволен своим ножом.
Имею просто нож уже более 2 лет. Ну а он, смотрите, все такой же новый и острый, как был, когда я его и купил. И что я им только не делаю. И проволоку рублю, свинец режу, открываю консервные банки. Зимой рублю палки на самоловке, летом еще на какие-то снасти. Ну, в общем, нож обалденно выдержанный. Клинок у ножа выполнен из стали Х12МФ, ну а ручка из карельской березы. Нож не требует заточки, и здесь такая гравировка под старину. Ну а самое главное, друзья, цена. Стоит нож в районе 2500 рублей. За такую смешную цену, я считаю, это просто находка. Ничем не уступит ножам, которые стоят, можно сказать, в 10 раз дороже. Обалденный нож. Ну а также в комплект идут вот такие красивые кожаные ножны. Я ножом доволен. Ладно, друзья, сейчас перекусим и продолжаем рыбалку. Будем охотиться на очередных зубастых. Всем приятного аппетита! Есть, друзья, есть рыба. Прямо у берега взяла. Мелкая совсем. Ну, такую, конечно, отпустим. Она даже засеклась. Ну, то есть не схватил приманку. Маленькая такая щучка. Давай, давай. Чтоб тебе не повредить. Да не выделывай ты. Оп, и плыви, давай подрастай. Встала. Давай ее вот так вот. Давай газуй отсюда. Пошла. Поймаем, когда подрастешь. Давай, плыви. Опять на ульту. Обалдеть. Это прям какой-то жор, друзья. Ладно, сейчас еще здесь покидаем. Был удар, но не схватило. Блин, такая рыбалка мне нравится, друзья. Щук долбит, как из пулемета. Ну, только вот, конечно, хочется взять трофей. Опять, что ли, был удар? Да что такое? Похоже, опять удар был. Там еще в этом месте трава. Постоянно цепляю, но это похоже на удар. Блин, опять удар, друзья. Мелочь какая-то хватает. Может, окунь? Да-ти-да-ти-да-дам. Сейчас мы тебя выцепим.
Дошли, друзья, до следующего отрога. Отрог небольшой, но здесь попадалась хорошая щука. Было несколько сходов тоже хорошей щуки. Но надеюсь, и в этот раз она здесь возьмет. Сейчас попробуем, покидаем здесь. Ну давай, зубастая, порадуй нас. Ты и так нас сегодня радуешь, будь здоров. Поклёва куча, рыбы куча. Ну, надеюсь, и здесь возьмет. Есть, друзья, есть рыба. Ах, неплохая была. Ушла, блин. Обалдеть. Хорошая была щучка. Да. Ну, на этом, друзья, мы, наверное, будем заканчивать. Рыбалкой остались довольны. Рыба сегодня была активна, рыбалка была интересная. Несколько щук забрали домой, также рыбу отпускали, были сходы, поклевки, все было. Было интересно, друзья, рыбалкой остались довольны. Ну а сейчас нам нужно выдвигаться домой. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч. Увидимся на рыбалке.